так было повсюду, где появлялась новая модель машины Волжского автомобильного завода. Рассказывает главный испытатель Нивы, инженер Вадим Котляров. Этот автомобиль интересен тем, что на нем впервые вместить несовместимые качества. Высокую скорость, комфорт, присущий всем автомобилям ВАЗа, и повышенную проходимость, благодаря наличию двух ведущих осей. Ни у нас, в стране, ни за рубежом автомобилей аналогов подобного класса нет. В 1972 году были сделаны первые образцы автомобиля с упрощенным кузовом. На них мы проверяли только саму идею, в принципе. И уже тогда стало ясно, что автомобиль получился, что над ним стоит работать. Ну, какие характерные особенности у этой машины? Значит, малый вес, мощный двигатель, удачная развесовка по осям обеспечили этому автомобилю хорошую скорость и хорошую проходимость. Нива выбрала все лучшее, что достигнуто коллективом ВАЗа за годы создания семейства «Жигулей». Уже на полигоне Нива подтвердила надежды тех, кто замышлял ее как автомобиль повышенной проходимости. Особенностью этого автомобиля является то, что передний мост у него не отключается. Это на автомобилях повышенной проходимости сделано впервые и сделано не случайно. Намного улучшается управляемость автомобиля. Улучшается его проходимость, особенно при наличии независимой подвески передних колес. Большой компактный кузов нужно было вместить все агрегаты и сохранить удобство для человека. По внешнему виду способности автомобиля не скажешь, что он может преодолевать такие препятствия. И поэтому нам пришлось только делом доказывать, особенно в селах. Ну, в селах, надо сказать, скептически сначала воспринимали эту машину. Ну, Жигули и Жигули, так внешне особенно, там ведь ничего выдающегося нет. Но когда это увидели эту машину в деле, что она может, как она идет по грязи, как она преодолевает брод. То есть, ну, очень хорошая динамика, она его вывозила. И на подъемах на этих, он буквально на Памирский тракт, он влетел.
уроки сложных трасс помогли конструкторам создать окончательный вариант Нивы. Выдержан трудный экзамен на пути от проекта до образца машины серийного производства. Новую модель ВАЗа ждут сельские тружники всех районов страны. Добрый путь, Нива!